Всем привет, дорогие друзья! Новая неделя началась. И сегодня вышло солнышко после дождя. У нас было 20 градусов, сейчас распогодилось. И я вам покажу, какие тучи идут. Смотрите, какая красота. Смотрите, как тучи плывут быстро. Такой сильный ветер у нас сегодня. Здесь как-то чувствуется ветер, а там они как нависли. Бегут. Здесь у нас был мистер Кэт. Все, уже его нет. Уже кто-то перекупил. Будет уже новый бизнес. Тоже какие странно. Как интересно. Смотрите. Тучи. Видите, как идут справа. И тучи здесь. А над нами чистое небо. А здесь, видите, вдоль озера кафе. Живая музыка. Терраса около озера. Интернет, кальян, мангал. Хорошее даже времяпровождение. Классное место, ну, просто такое дикое, как тут все запущено. Тут тропинки протаптывают местных, кто живет рядышком. Людям же надо куда-то ходить отдыхать. Смотрите, это их зона отдыха. У нас там свое озеро, то ухоженное. Вот тоже протоптали тропиночку к воде. А тут, видите, все захваты. Бизнес. Ох, солнышко как много сегодня. О, даже смотрите, картина у них тут есть. Вот так. Самое интересное, внешне так все грустно. Внешне такая реклама, что заходить не надо. Что ведь в рекламе не нуждаются, рекламу не делают. Есть свой клиент. Так все невзрачненько, неприметненько. Зашили. Вот смотрите, наши озера, да? Все для людей называется. Со всех сторон забрали территорию, смотрите, заборы. Не подступиться. Вон тут эти на каких машинках, батюшки. Класс.
выглядит парк. Вот смотрите, такую аллейку проложат. Это нужно было делать уже очень давно. Спасибо. Вот так будет красиво здесь, смотрите. Здорово. Спасибо. Делайте. Это важно. Какие зелень будут озеленять. Хорошо. Уже даже тропинку выложили. Все. Процесс пошел. Ну, ждем красоту. Вкладывайте сюда труд, средства. Что? Мы-то живем в Киеве. Киевляне хотят, чтобы все-таки чувствовалась столица, а не заброшенные озера. Спасибо. Ждем красоту. Какое солнце яркое. Что-то будет рядом с Рошен. Стройки идут. Кстати, заметила очень много машин с буквами У. Приобрели и учатся. Вон тоже девчонка, смотрите, на каком Toyota. Солнышко яркое. Ну, с ветром, кстати, так приятно. Не знаю, как там будет у Днепра. Что-то меня сегодня опять манит водоем. Эти здания закрывают ветер. Сразу такой застой в воздухе. Что, ждем? Прохожу тут вот такой новые дома. Слушайте, ремонты делают. Слышно аж на улице. Когда покупаешь квартиру в новом доме, пока все не сделают ремонт, это будет постоянный шум стоять. Да. Заодно идет на дерево вдоль дороги. Ух, какое красивое акация. Здесь тенечек хорошо. У кого окна выходят на эту сторону, кайф. Пекарня Волконский.
выскочили на солнышко. Я видела, здесь спускались. Хочу тоже посмотреть. Может, не надо так далеко идти. Когда ветра нет, прям так тепло, хорошо, а ветер прохладный. Тут в каждом дворике сейчас все, видите, миленько оборудовано. Тут я прямо не пройду. Угу. Чудо, акация цветет. Невероятно.